Всем привет! На обзоре новая планочка Mesh, это вторая версия. Сейчас будем ее распаковывать. Так, в комплекте что у нас здесь? Петли идут. То есть одна слайдер, микро и медиум. Это все в комплекте. Дальше короткий лиш. Сама планка. Сейчас расскажу подробнее, какие изменения. Так, ну видишь, остался прежним, поменялись только цвета. Изменилась система страховки, система отстрела. Теперь chicken loop, либо петля, остается на трапеции. Чтобы пристегнуться, не нужно отодвигать от себя, просто движение так, просто вставляется. Также от себя, как у всех, стандартная схема. Все, страховка сработала. Вертлюк остался, как видно, примерно той же конструкции. То есть очень легко крутится, должен сам раскручиваться. Здесь не видно, конечно, подшипника. Это страховочная стропа. Подрезинена. Так, сейчас мы ее размотаем, посмотрим, как это все вообще работает. Да, стропы теперь идут 22 метра плюс 2. Составные. На прошлой версии были 24, либо 20 плюс 4. В данном случае у меня планка АТБ-55, то есть, и она регулируемая, плюс-минус 5 сантиметров. Все, разматываем. Так, еще добавили стопор, то есть, когда срабатывает страховка, планка не улетает в купол. Вот такой вот. На двух винтах зажим. Так, сейчас вот я поставил микропетлю. Ну и как бы для тех, кто боится потерять ее, я предлагаю крепить лишь вот следующим образом. То есть вот так. Но с таким пальцем, с таким вот... Ну, я не знаю, что нужно сделать, чтобы петля эта потерялась. То есть она здесь держится просто мертво. Какой-то полусуицид. Суицид, я не знаю, мне кажется, это лишние вопросы. Вот можно лишь просто вот сюда зацепить, сюда, и вот он будет суицид. Что-то здесь больше выдумывать смысла вообще нет. Так, в этом году что у нас? У нас длина хода планки не регулируется. Видимо, из-за того, что стропы в оплетке, вот изменения, кстати. Отверстие в планке, оно сплошное. То есть нет никакого разделения. Вот у нас страховочная стропа и две основные. Но сам органайзер строп, он не поменялся. Остался прежним. То есть практически все такое же. Планка по форме такая же осталась. Вот она эргономичная по руке. Чуть форму поплавков изменили. Ну и как следует из записания, изменили, другие стропы поставили в этом году. Планка все так же карбон, но я думаю с алюминием. Сейчас мы это посмотрим. Потому что вот здесь вот железо у нас есть. Да, вот он алюминий, его видно хорошо. То есть сплошная вставка, скорее всего, по всей планке из алюминия идет. Также вот они узелки, нужно чуть регулировать рулевые стропы, если есть необходимость. Ну и менять ширину планки, переставляя вот эту штучку. Так, ход планки еще не мерили, но вот
даже если задрать тропу, я прям уверенно достаю до верха. То есть проблем не возникнет. Это вот на отпущенных. Вполне хватает. По ощущениям примерно то же самое, но я померю, потом в описании напишу, сколько сантиметров по планке. Вот такое устройство. Так, в комплекте вот такие ключи шестигранники. И вот эта штучка. Здесь это все металл. Пластика нет. Сама петля пластик, но внутри это вот веревка. Пальчик на винтике. Можно просто снять.